Таким вот он родился. Сразу же после выписки из роддома в Бишкек повезли. Но нам сказали, приезжайте через 6 месяцев. Потом в 9 месяцев повезли. Потом в 3 года. Когда 7 лет исполнилось, сказали, что ничего не получится. Не тешьте себя надеждой. Когда повезли в 2004 году, Сабырбек зашел и сказал, что мальчик ему нравится. Я его поставлю на ноги. Все получится. Мне даже не верилось. Ведь говорили все, что надежды нет. Кузнечик. Так назвали журналисты необычного пациента на предоперационной пресс-конференции профессора Сабырбека Джумабекова. Опора на конечность отсутствует. Нет, он не может стоять, потому что здесь нестойкое колено сустав. Свои 17 лет Тенгизбек Баизбеков не умел ходить и передвигался лишь на четвереньках. Тяжелейшая патология коленных суставов лишила его возможности посещать школу, дружить со сверстниками, лишила права быть человеком. Такова была воля Всевышнего. Такие тяжелые заболевания, какие были у данного пациента, они в мире встречаются, не часто. Но люди по-разному такие в таком возрасте, при такой патологии приспосабливаются. Имея техногенные приспособления, это в той же Америке или в Германии, данный человек садился бы на коляску и на этой коляске бы ездил. Клянусь Аполлоном, врачом Асклепием, Эгеей и Панакеей и всеми богами и богинями. Беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно моим силам и моему разумению, следующую присягу и письменное обязательство. Я, когда был маленьким, где-то в 5 классе, у отца было заболевание гематогенной остеомиелит. Он заболел. Это нагноение костной ткани. И до сих пор в моих глазах, он когда вызывается костная боль, настолько она страшная, это даже словами передать невозможно. Вот когда зуб болит сильно, да, даже еще сильнее, чем зубные боли, он практически ночами не спал, вот так ходил в комнате, это зимний период там, или летом вообще ходил на улице, когда особенно ночью болят костные боли. Вот. И он тогда не выдержал последний момент, поехал к нашему сельскому хирургу Анарбек Байке, он сейчас его нету, Канджер Зяйлю Босану, Жуэлю Кайчиш Полкеттал еще. Он шел еще в свою китешип, он оперировал, трепанировал вот этот кость, и оттуда выделился очень под давлением гноя. И он этот отца вылечил за 3 месяца, вылечил от оперировав. Вот после этого, вот это, тогда мне было где-то 12 лет, один раз, я хотел стать врачом, именно костным врачом. Но тогда я не знал, что это травматолог, ортопед. Я направлю режим больных к их выгоде, сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. Джумабекова работа – это в экс-Советском Союзе, или будем говорить, вот, в странах СНГ, это уникальная работа, очень интересная работа. Поэтому вот, его методика подкупает многих интерес со своей вот, технической интерес. Я думаю, я говорю, как перспектива в этом методе большая. Его трудолюбие, его целеустремленность, его это яркий представитель молодого поколения Кыргызстана,
именно в медицине. Буквально за небольшой период времени он создал целое современное направление развития ортопедо-травматологической службы в этой республике. Возглавил республиканский центр, научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. И в очень короткий период времени начал разрабатывать и внедрять самые современные хирургические технологии в области травматологии и ортопедии. Давай. Вот, молодец. Киргизская наука в области ортопедии и травматологии занимает свое определенное место. Многие учились в России и показали там достаточно хорошие результаты. Были сделаны и новые разработки, новые методы лечения таких больных. С давних времен искусство врачевания было самым уважаемым и почитаемым у всех народов планеты. И самые искусные представители этой профессии всегда отличались фанатичной преданностью своему ремеслу, творческим поиском и верностью своей клятве. Увидел, сколько новых, казалось бы, но таких разработок, которые буквально и не подумаешь, а здесь разработаны уже с условием и экономических вопросов. Это авторские и изобретения по лечению больных. Это с переломами бедра проксимального отдела, с переломами стопы. Казалось бы, простые приспособления, но они облегчают оперативное вмешательство. Они облегчают лечение пациентов. И любые научные эти разработки, они в большей мере рождены теми запросами, теми травмами, которые есть в Кыргызстане. Но трудно сказать еще, что здесь большая научная школа, но то, что она сейчас есть, это можно сказать однозначно. Более 4 часов длилась уникальная операция. Были устранены все виды деформации бедренной кости, перевернуты суставы и костные ткани, восстановлены все виды связок коленного сустава. Через полгода такая же операция была проведена на второй ноге. Как говорят, победители не судят. Конечно, проведена очень большая сложная операция, и тем более при минимальных возможных условиях. У нас в Европе бы эту операцию, конечно, может быть, произвели бы немножечко по-другому с точки зрения остеосинтеза, имея различные методы остеосинтеза, пластины и все остальное. Но важный результат, что сделано правильно, больной ходит, больной доволен. Мы же оперируем не для того, чтобы нам провести какие-то показательные выступления, дальше что-то продемонстрировать. Мы оперируем, чтобы больному было лучше, чтобы он был доволен тем, что для него сделано, и что он дальше может хорошо и прекрасно жить.
специально создали экспедицию вот, в составе несколько наших врачей нашего центра. Вот, приехали в село Казарман Толстурюмского района. И заодно мы привезли сюда Тенгизбека Баизбекова. Помните, мы его в этом году дважды провели операцию, реконструктивную операцию на обеих коленных суставах. Мынау сен операцияланган байкеңдин ден соолугу чың, өмүрү узун, колу жеңил, бактылуу жигиттерден болсун. Еще цель нашей поездки выявить, значит, таких же аномалий развития опорно-двигательных аппаратов, вот таких же больных, связанных с заболеваниями позвоночника, суставами. Здесь находятся рудники, хвостохранилище. Вот, поэтому сейчас мы проводим детальные исследования почти всех детей. Побывали мы в школе, посмотрели. Вот, и население Казармана и ближайших территорий, они информированы, знают и доставляют детей именно такими разными патологиями, разными заболеваниями суставов и позвоночника. Оставленные в роковое наследство хвостохранилища, памятники смерти стали привычным явлением не только в Казармане, но и во многих других уголках республики. Люди понимают, что тихие убийцы высасывают у них здоровье и калечат судьбы. Но бежать им некуда, и они вынуждены мириться с опасным соседством. Один из причин именно развитие такого аномального развития вот Тенгизбека остается это радиационный фон и влияние хвостохранилища, влияние вот, экологии человеческого организма. Я вот это сомнение мы пока не снимаем. Это предположение наше. Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни и в искусстве, и слава у всех людей на вечные времена. Приступающему же и дающему ложную клятву, да будет обратное этому.